Мы, как орган государственной власти, будем всячески способствовать тому, чтобы и международные иностранные партнеры, и внутренние инвестиции активизировались и развивали бизнес и экономику. Делаем все для того, чтобы наши международные партнеры приезжали в Харьковскую область, внедряли новые проекты здесь, представляли свои возможности для харьковчан и давали возможность харьковчанам себя найти в этих проектах. Если говорить о опыте шведском, то нам интересно в первую очередь обмен возможностями для малого и среднего бизнеса, внедрение гендерного подхода, возможности по изучению бюджетного процесса. На сегодняшний день нам необходима и гуманитарная помощь, которая поможет развиваться и временно перемещенным лицам, а также, возможно, если есть какие-то проекты, которые связаны с переориентацией деятельности, либо повышением квалификации как временно перемещенных лиц, так и участников АТО. Я хочу разделить ваши убеждения в том, что Харьков имеет огромный потенциал, который иногда недооценен. Для нас очень важно убедиться не просто в том, что здесь возможно развивать бизнес, а в том, что условия в этом регионе, они являются благоприятными для развития. Мы очень заинтересованы в выгодном сотрудничестве. В рамках Международного экономического форума был подписан трехсторонний меморандум, который направлен на развитие инициатив в сфере развития малого и среднего бизнеса. И мы хотим такой же меморандум подписать с НИР для того, чтобы такое сотрудничество тоже продолжалось в Харьковской области с международными шведскими партнерами. В рамках этого меморандума мы хотим сотрудничать по уже имеющимся направлениям, плюс добавить два новых. Это, во-первых, налаживание прямых деловых связей между бизнесом Харьковской области и бизнесом Швеции, и изучение лучшего бизнес-опыта шведского бизнеса для представителей малого и среднего бизнеса региона, а также в том числе и представителей органов власти, которые занимаются развитием предпринимательства в регионе. Мы планируем подписать меморандум как можно скорее, и мы очень надеемся, что этот меморандум станет очень хорошим толчком для нашего сотрудничества в будущем. Спасибо вам. До свидания.